Ради интереса, за сколько времени у меня получится отковать до рихтовки купол для закрытого шлема, который у нас в нашем портфолио называется Armet Griffon? Ошибочно, надо бы поменять это название. Я думаю, что отковку до рихтовки у меня получится сделать примерно за 1,5-2 часа. Сделать две половинки одинаковыми, вам нужно работать то с правой, то с левой, делая каждый этап и каждый этап сверяя друг с другом. Таким образом, на выходе вы получаете максимально одинаковые две половинки, которые надо минимально подправлять друг под друга. Там ничего уметь не надо вообще, приходишь, там тебе все расскажут. Ну, окей, ладно, пришел. И самое главное, что он мне сказал, он сказал, вот так вот бить не надо. Бить нужно так, чтобы был виден какой-то результат. То есть нормальной оттяжкой крутились, вложились, чтобы была работа, а не вот так бывает. В YouTube смотришь, ребята что-то там куют. Вот такими ударами, блин, по два дня. Сильные, четкие, акцентированные удары. Только тогда
у вас будет работа идти быстрее и быстрее. Конечно, с первого раза такое получаться не будет, но очень важно поставить точный направленный удар. Точный и сильный, потому что если вы не будете попадать, то силы удара, конечно же, не будет. И еще немаловажным фактором является левая рука. Потому что если левая рука неправильно удерживает деталь, то правая рука попасть правильно в нужное место в принципе не сможет. Итак, вот 2 часа работы. Есть такая грубая форма. В принципе, основная часть работы уже сделана. Есть правильный размер, есть направленность половинок друг друга. То есть они у нас в принципе не разбегаются сильно. Немножечко есть разбежности, но это легко правится. Осталась мелкая корректировка, рихтовка, сварка, зачистка шва. И совет для начинающих отковщиков: не стоит сразу брать вот такую кувалду. У вас еще не привыкшие суставы и не привыкшие мышцы к агрессивной такой силовой работе. Поэтому ничего плохого в том, что вы начнете работать более маленькой кувалдой, тут, по-моему, 2 килограмма. Такой силовой работы в этом шлеме только первый час. И то эту силовую работу можно заменить на подогрев. И когда вы подогреваете, материал довольно мягкий, и там даже важнее не сильнее ударить, а точно и аккуратно. И самое, наверное, сложное, что для вас будет в дальнейшем изготовлении, это подгонка формы. Если вы плохо запоминаете формы, вы будете тратить время не на изготовление, а на поиск определенной геометрической формы. Если вы не изучаете нормально музейные экспонаты и изделия, которые вам нужно сделать, то, конечно же, в процессе вы будете больше тратить время на то, чтобы вы сделали какую-то форму, увидели, что она как-то не сходится с оригиналом, и начинаете ее менять, и таким, как бы, путем на ощупь будете делать. Это неправильно. Изучайте нормально форму, рисуйте, развивайте в себе образное мышление, и тогда у вас будет намного быстрее получаться то, что вы задумали. Еще раз спасибо за просмотр, мне приятна ваша поддержка, когда вы пишете комментарии под видео. Я понимаю, что
вам интересен такой формат или не интересен. И до следующих видео. Пока!